В ближайшее воскресенье президент Израиля Рейвен Ривлин начнет консультации с представителями парламентских фракций по поводу того, на кого возложить формирование будущей коалиции. Решение о начале консультации президент принял после разговора с главой Центральной избирательной комиссии судей Хананом Мельцером. После завершения консультаций, которые, как ожидается, продлятся 2 дня, президент пригласит к себе кандидатов на получение мандата на формирование правительства. После получения окончательных результатов, выборов 25 сентября, если потребуется, президент предложит консультации с парламентскими фракциями.